будучи октябренком, уже мечтал стать комсомольцем. А теперь я, товарищ и вожак всего технического блока, технический директор филиала. Думал, что построю свою настоящую шоколадную фабрику. А теперь я руковожу вопросами строительства в Арктелеком. Я так любил зиму, снег, горки и санки и хотел стать полярником. А теперь в любую непогоду и мороз спешу к людям подключать интернет. Всегда хотела быть воспитательницей и раздавала указания игрушкам, следила за ними. А теперь я руководитель и воспитываю абонентский отдел. Успеваю все и сразу. Всегда хотела быть врачом. Кто следующий? А теперь я специалист абонентского отдела и лечу все проблемы абонентов. Мечтал быть футболистом и почти не расставался с мячом. А теперь я набрал свою профессиональную команду и стал коммерческим директором. А я всегда привлекал людей открытой улыбкой и непосредственностью. А теперь я привлекаю все новых и новых абонентов, ведь я стал руководителем отдела продаж. Кем только я не хотела быть в детстве. Сейчас я ведущий экономист и очень горжусь этим. С детства была серьезной и внимательной. Вот, даже на фотографии не хватает калькулятора, ведь теперь я экономист. Яблоки, бублики, я люблю грызть все, что попадется под руку. Теперь я менеджер по маркетингу, придумаю вкусную рекламу для Дом.ру. Я узнал, что у меня есть огромная семья. У меня сейчас есть единая дружная команда, с которой мы вместе добиваемся поставленных целей и задач. Называется она «Эртелеком».